Светлана, добрый день. Привет, привет. Как дела? Все нормально. Скажите, пожалуйста, ну вот я тут корячок, да, и хотела бы узнать, вот время, ну, встречаю я знакомых, да, хочу рассказать о нашем бизнесе, да. Вот что-то коротко и ясно можно было бы предложить, вот как правильно предложить наш бизнес? Чтобы человек вот понял бы, что это очень-очень выгодное и интересное предложение. Хорошо, я расскажу сейчас на примере, на своем примере. Два человека у меня зарегистрировались в структуру в начале года. И что именно я им говорила? Оба партнера, они из Эстонии. Поскольку ты находишься в Англии, да, то там, конечно, месячные зарплаты намного больше, чем в Латвии или в Эстонии, да. Поэтому что я говорила людям? Здесь не обязательно, я, например, не рассказываю подробно о компании, когда она там создана. Я просто говорю вот конкретно человеку, которого я пригласила, она работала в магазине продавцом. Минимальная зарплата в Эстонии 350 евро. Так вот, человек приходит на работу к 7 часам утра и уходит с работы в 11 часов вечера. Она работает целый день, и она может там хоть умереть на этой работе, но больше, чем 350 евро ей никто не заплатит, потому что минимальная зарплата в сети максимум магазинов. Она зарегистрировалась, купила минимальный пакет. Минимальный пакет, и поэтому я ей предложила, вот у тебя минимальная зарплата, и ты целый день тратишь там на работе свое время. Я ей предложила, не хочешь ли ты зарабатывать в неделю? Ты получаешь в месяц 350 евро. Не хочешь ли ты зарабатывать в неделю намного больше, чем твоя месячная зарплата? И причем легально, стабильно и на банковскую карточку от компании. Каждую неделю в пятницу выплачиваются деньги. Она у меня задала вопрос, а как это возможно? Я говорю, очень просто. Ты регистрируешься в компанию, немецкая компания, которая занимается золотом. Они открыли свою криптовалюту в этом году, в январе месяце. У них открывается свой банк в Майами. И монета будет торговаться на бирже, они открывают свою биржу, все будет обучение и все обучаться. Я тебя пошагово проведу и расскажу об этом. Компания занимается золотом маленького номинала и занимает первое место в мире по продаже этого золота. Причем золото сертифицировано и имеет сертификат ЛБМА, Лондонской биржи драгоценных металлов. Все просто. Я говорю, там ничего сложного нет. Покупаешь пакет, а дальше я тебе буду рассказывать. Она согласилась, у нее просто не было денег, потому что на больший пакет она купила маленький вот этот бронзовый пакет. В течение 5 недель она пригласила 5 человек. Она получила серебряный пакет в подарок. Так вот, за первый месяц, который она отработала, да, она получила 357 евро. 357 евро. А как я говорила, у нее месячная зарплата 350. Она за первый же месяц она получила такие деньги. Вот, и на данный момент у нее сейчас на следующий месяц. Это было в апреле месяце, да, она заработала такие деньги. За май месяц она уже получила больше 800 евро. Это получается, что у нее больше, чем 2 месячные зарплаты. Она мне даже говорила так, что, ты знаешь, я на работу хожу уже с удовольствием. Почему? Потому что я знаю, что Каратбарс дает мне возможность зарабатывать не одну зарплату, а намного больше. Что сейчас я не могу бросить эту работу и работать, просто сидеть дома и работать в интернете или ходить по городу и рассказывать своим знакомым об этом. Вот. Но
На июнь месяц, за июнь месяц у нее уже за первые 4 дня июня у нее было заработано почти 600 евро. Ты представляешь, какая это разница? Получать 350 евро в месяц и работать с 7 утра и до 11 часов вечера, а тут получить за 4 дня почти 600 евро. Это хорошо или плохо для Эстонии? Да пусть даже для Латвии, потому что у тебя знакомые и родня живет в Латвии, да? Это же очень хорошо. Да. И точно так же второй человек, сейчас у нее, она доплатила из заработанных денег, она купила себе VIP-пакет, и сейчас она зарабатывает, получает 20%, у нее максимальный доход, она получает 20% от приглашения, плюс 80 евро за закрытый цикл. Она получает эти деньги, которые она заработала за первый месяц. Она получила больше 200 евро, да, 351 евро. Компания ей автоматически купила 1 грамм золота. Остальные деньги перешли ей на банковскую карточку, заказали сразу же банковскую карточку. Вот. А потом она заработала там, и каждый раз так компания нам выплачивает как в золоте, так и в евро. А вторая женщина, пенсионерка, у нее 360 евро, там почти там у нее там пенсия в месяц, да? Она оплачивает за квартиру, у нее остается совсем мало на проживание. И я ей тоже сказала, я говорю, давай попробуй, ну, не маленькие деньги покупать, небольшие, ну, если нет денег, то можно начать с минимальной суммы, но нам не нужно покупать ежемесячно эти пакеты. Один раз человек покупает бизнес-лицензию и все, она то же самое, она за первый месяц заработала 400 евро, за май месяц она получила 1200 евро с чем-то, она была так удивлена, что она за один месяц получила несколько своих пенсий. И она даже удивлялась, и она у меня спрашивала, Света, а у меня не отберут эти деньги? Что, может быть, они там неправильно насчитали? Я говорю, не переживай, никто у тебя не отберет. И человек сейчас, она спокойно живет и зарабатывает, она всех своих знакомых, всех своих пенсионеров, ну а возраст у нее уже, она на пенсии, она всем просто показывает банковскую карточку, которую она получила от MasterCard, на которую ей приходят каждую неделю деньги. Неважно, сколько она зарабатывает сейчас, но она знает точно, что она, у нее эти деньги, ну, дополнительные. А пенсионеру где заработать еще? Нигде. А это хорошая возможность. Поэтому здесь нужно просто рассказывать людям об этой возможности. Ясно, Света. Ну, понимаете, тогда получается, что они сразу построили хорошую структуру. Они, да, начали приглашать. Конечно, это человек, когда регистрируется и начинает работать, покупает пакет. Понятное дело, что нам ведь не выплачивают деньги. Здесь нужно людям сразу же говорить, что нам не выплачивают деньги только из-за того, что мы купили пакет. Нет, мы покупаем бизнес-лицензию, нам нужно работать. Но наша работа заключается в том, чтобы рассказывать людям о возможности. И все. Потому что в пакете, пакет содержит инструкции все, да. У нас есть свой личный кабинет. В кабинете все отображается, абсолютно все. Мы видим свои начисления в реальном времени, мы видим свою структуру, мы видим бухгалтерию, потому что в реальном времени нам один раз в неделю начисляется доход, да, наша зарплата, но в реальном времени, в течение недели, мы видим все, что мы заработали. Вот, допустим, у меня вчера человек проплачивал за пакет, как только он пакет проплатился,
тут же у меня отобразилось в кабинете, что у меня начислили деньги. Как только она купила карточку, монетную карточку, и ее активировала, у меня тут же отобразилось и подарочные монеты, и тут же отобразился мой доход, то, что я заработала за то, что человек купил эту карту. Любое движение, абсолютно любое движение оплачивается. Да, не у всех сразу получается, но все равно она пригласит одного человека у тебя, она, допустим, в левой или в правой ноге, тут бинар, а бинарный маркетинг, здесь очень хороший бинарный маркетинг, поэтому выплачиваются, и самое главное то, что компания за это время, а я работаю в компании уже 5-й год, ни разу не было никаких задержек, ни разу, абсолютно ни разу, и стабильный, да, доход. Это уже очень хороший показатель, конечно, это да. Уже... И я никогда не сомневалась в компании и никогда не буду сомневаться, потому что я на себе это все испытала, на себе. Здесь возможность очень хорошая, а монеты, тем более и президент компании, он делает все для того, чтобы мы здесь зарабатывали. Но эта монета, то, что говорят там про криптовалюты, да, что вот я не хочу, там не буду... это самое, или мне там не интересно, наша криптовалюта, она будет покруче, чем биткоин, потому что она реально подкреплена золотом, реально. И даже тот человек, который он купит пусть даже он купит на эту карту, 134 евро 50 центов стоит эта самая дешевая карта, и на сегодняшний момент 8800 монет дается на эту карту, да, то на эту сумму человек может поменять на это количество монет, если он до декабря месяца эти монеты продержит, он получит плюс 3, потому что мы можем, это 880 грамм золота, представляешь, мы можем на следующий год, человек может на следующий год, уплатив сейчас всего лишь только 300 евро, войти в бизнес, и он даже может вообще ничего больше не делать, но у него будет 8800 монет, он получит плюс 35%, и на следующий год весной он может поменять одну монету на один кэш-голд. Один кэш-голд равен 0,1 грамма золота. Даже если не учитывая эти 35%, человек получит 880 грамм чистого 24-каратного золота, сертифицировано 999,9 пробы. Понимаешь, нет? Значит, золото очень хорошего качества. Ну, да, конечно, это сертифицированное золото пробы 999,9, 24-каратное золото. Оно с сертификатом лондонской биржи драгоценных металлов. А не просто на коленке там кто-нибудь оттиск поставил. То, что продается золото в магазине, они продают проба 583. Что это означает? Ну, да, потому что в Лондоне здесь такое золото очень странное какое-то. Ну, конечно. 583-я проба, которые продаются ювелирные украшения в магазине, это означает то, что там 58,3% только чистого золота. Остальное сплав. Просто сплав. Это лом. Самый обыкновенный лом. И все. Там половина только всего золота. Остальное все намешано, сплавы. И то они дорогие. И то это золото дорогое, а тут это чистое золото. Чистое. И золото, оно по-любому, этот человек, если хочет, он может заказать это золото себе домой. Его пришлют, потому что больше 100 грамм золота его присылают бесплатно в руки. Вот. Если он не хочет, он может хранить это золото в компании. И это золото, оно ведь растет в цене. За это время золото может вырасти в цене однозначно. Вот. Поэтому вот так. Ну да, вот, Светлана, большое спасибо за информацию. Это была очень хорошая
такая обучение для нас всех. Ну да, ну все просто. Нужно просто человеку говорить, ты хочешь иметь дополнительный доход? Это ведь не так сложно потом рассказать и рассказывать дальше. Нам не нужно идти физически работать. Мы просто делимся информацией. И за то, что мы делимся этой информацией с другими, мы за это получаем деньги. Все просто. Я, ну, как бы ничего сложного нет. Тем более, что монета на бирже уже торгуется, банк откроется, этот открывается 4 июля, открывается криптовалютный банк, единственный в мире. Поэтому, да, вот так. Я правильно поняла, что у компании есть свои золотые призы. Да, компания недавно купила свой золотой приз. На этом острове вот они будут использовать нашу валюту, наш кэш голд у них будет как собственная валюта. Значит, это будет национальная валюта, да? Да, это будет национальная валюта этого острова. И король этого острова, он уже подписали они договор, они согласились, и эти видео есть и у меня на канале, и эти видео есть и на канале компании Каратбарса. Поэтому и у нас есть золото, в компании есть золото, которое можно будет выплатить именно, если кто-то пожелает обменять свои монеты на кэш голд, на золото. В компании это золото есть. Ясно. Значит, у нас очень-очень такое, ну, как сказать, очень перспективный перспективы, бизнес. Перспективы, да. Очень хорошие перспективы. Очень многие сетевики, которые сюда, и люди, которые сюда зашли, и которые начнут активно работать, появится очень много миллионеров и миллиардеров. Реально, потому что очень много людей, у кого миллионы монет куплены, миллионы. Поэтому да, вот конечно. Так. Да, Светочка, спасибо большое вам за информацию. Тогда всего хорошего вам. Да, окей. Пожалуйста.